снега надуло чистого. Бляха-муха. Туннели. Вот какие туннели. Это яблони все закопаны. Это вообще не знаю, как бы не сломалось. Одна ветка торчит. Все. Тут-то снегу дохренище. Тут до туалета полностью забито. Вот сегодня чистила с 7:30. Тут все забито. Тоже. Тут дохренище. Тут вот туннель прокапывала, чтобы собачку накормить, и носочка не жрет ничего. Ой, уже по окнам. Тут тоже кидать уже некуда. Ой, снег намело. Ой. Куда кидать будете, пацаны? Не знаю, все забито. Ой. Там все заметенно. Все заметно. Тут-то запечатано. Так что снега не было, не было. А сейчас не перестает. Валит. Вот такие вот дела. Тут сегодня еле дверь открыла. Ой, не знаю, там около гаража что. Так, почистили мы тут снежок. Откопали теплички. Справа теплица, скинули снег с крыши. Эту теплицу мы по кругу откопали, чтобы снегом не придавливало. В скором времени можно включать обогрев теплиц, чтобы теплица и земля начинала прогреваться. И уже в начале мая можно высаживать первый урожай. А то и в конце апреля. Тут мы тоже прочистили дорожку. А карточку мы откопали. Откопали печку. Крышку можно теперь готовить на улице заново, а не в летней кухне. Тут мы тоже теплицу обкопали, деревья немножко обкопали, а полностью снег убирать не стали. Вдруг мороза мало ли что, чтоб не подзамерзали. Лишний снег, конечно, собрали, чтоб клеточки не ломало. Здесь тоже обкопали все. Прокопали лестницу к емкости с водой и с сараем, чтоб курочки у нас выходили на улицу. Открыли дверцу для курочек вот справа. Дорогу до туалета прокопали и там дальше. По тепличкам дороги накопали, двор полностью прочистили. Здесь мы двор прочистили для заезда в машину полностью. Справа снег немножко вообще убрать можно. Собачку мы тут откопали полностью. За забором там ворота все в выезд прокопали. За домом прокопали. Так вот весь двор почистили. С крыши везде снег скидали. Проход здесь тоже прочистили. Было полностью запечатано. Около 2 метров высотой вот туннель мы идем. Тут мы зону начали чистить дорожки в саду. Тут мы тоже все прочистили. Заезд к гаражу и площадку возле дома для транспорта мы прочистили полностью.